Всем доброе утро, ребят. Побрился, блядь, сам себя не узнаю. Молодой мальчик сидит. Давненько я уже не брился. Но надо в новый год входить бритом во всех смыслах. Так, что у нас утренний обзорчик на акции, что у нас есть? У нас появился купончик. Купончик завезли нам. Поехали, попробуем посмотреть, что там в нем есть. Дали нам печеньки, понятно все. Так, 1 плюс 1, Fortune Hunter, Farewell Pack, Shopping Spree. А вот Shopping Spree, конечно, вообще обалденный, бомбический, я бы даже сказал. Настолочка. Вчера я в нее играл. Не помню, какой тут уже у меня круг. Так, Камина, Баназа, больше такого ничего нету. Ну, купон, в принципе, классная тема. Так, пиратик. Пиратик у нас как-то странно на выходных завезли. Пиратик все тот же. Островок. И собери пак. Ну, блин, на английском самый конченый, честно говоря, собери пак со всех, которые есть в игре вообще. Так, что у нас тут? Гнев, ТУшка, ожива. Ну, меняет его, но не добавляет третьего, и здесь вообще ни о чем по сравнению с другими серваками. Так. Лис уже 400, как видите, если сюда собирать. Ну, он уже дешевле. Книжечки, хладный. О, смотрите, видите, то, о чем я говорил, что скидки будут ближе к Новому году все больше и больше. Барт и Мэри. За полпака у нас уже вообще изи. Так, и опять накопление завезли. Затрали мы уже с этим накоплением. Что-то оно такое себе. Скин 50. Рунки. Камешки на прокачку. Ну, такое. Так, окей, что у нас еще есть интересного? Поехали на немочку сейчас глянем, потом зайдем на русский. Я чекну сейчас наш утренний видосик. Так, вот канал вчерашний по комментариям. Всех со спама вытащил. Поехали, пока немку чекнем, что тут есть. Что у нас интересного? Накопление по ивентам. Ну, здесь, честно говоря, хреновый пиратик по сравнению со всеми остальными серваками. Но зато вот это вот и остальные акции здесь реально бомбические. Можно получить кучу плюх, смотрите, 5 мешков. Ну, я считаю, это реально очень крутое у них. Что у них тут еще есть? Ну, куча разных расходников, мне что-то мешков прям насыпало. Так, островок. Блин, зефир здесь уже второй раз. Уже 27 осколков зефира на немке у нас. Немочка тащит. Так, больше ничего такого нету. Идем еще рынок чекнем. Побежим на русский. Испытывать удачу. Такс. Накопление. За питомца. В принципе, тоже неплохо. Мешки зефира. Ну, надо сабики тратить. Но если вы собрали здесь всех остальных Огника и Розу, в принципе, можно тратить. Поехали на русский сервер.
Смотрим, может на русском у нас получится выловить кончик, посмотреть, что в нем есть. Поменяли они что-то или нет. Тут ребята уже поскидывали. Сейчас попробуем выловить. Есть на русском сервере. Магическая рулетка есть. Рока дали. Рада настолько. Нету. Больше ничего такого. Давайте еще на столочку заберем. Оп. Так-то что, пазлы выиграли. Надо было скин на Махатму забирать. Так, собери сам. Вот на русском собери сам, классный стал. Ну, по сравнению с английским, конечно, но все равно с английским здесь круче. То, что здесь много других хитомов. Понятно, их меньше, но выбор здесь особенно... Так, что-то зависло. Зависло, что-то у нас все. Не дает нам посмотреть русский сервер толком. Нам еще по 450 жмакать. Короче, жесть полная. Сейчас, ребятушки, перезайду. Ой! Полностью перезашел. Ой. Так. Еще так музычку, чтобы долго не искать. Надо понакачивать себе. Так, поехали. Замков. В общем, что у нас в купоне? Камень судьбы. 3 штучки. Рунка эмблемы. 3 штучки. И талант титула. 30 штук. Ну, такое себе, честно говоря. Ни о чем, как по мне. Ну, как вариант за минимальный донат, почему бы и нет. Так, собери сам эти наборчик. Вот здесь вот очень выгодно барда брать. Барда, плюшки тоже неплохие бывают. Ну, по-разному. Но на русском выгоднее, чем на остальных. И на этом, на АЭСе тоже неплохой. Ну, немка, Тайвань. В общем, каждый классный, скажем так. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали, жмакаем за 450. Сплаточка. И 450. Чик. Так, рыцарь, гигант с холма, королева змей. Королева змей, рыцарь, гигант с холма. Так, сейчас я видосик опять открою. Случайно все нафиг закрыл. Кто не знает, что это, ребят, это утренний огник за 450. Пишите под этим видосом комментарии, на следующий день разыгрываю. То есть, как с вами связаться, ну, как обычно, лайк, репост и три героя, без разницы, в каком порядке. Такс. Открываем дисплей кепча. Так, что у нас выпало? Рыцарь, гигант, королева змей. Так, панда нет, эктоплазм ледяной нет, палач тритон нет. Королева змей, панда разрушитель, бочка, палач, синий слизь, будь здоров, спасибо. Королева змей, кристалл. Вот видите, королева змей. Ну, гигант с холма нам надо. Ангел нет, циклоп, палач, оборотень. Нет, эктоплазм, бочка, шаман.
Муха, гигант, скалма есть, палач зеленый. Мне вот интересно, кто-то угадает. Вот. У нас пока вот огник мы играем. Дальше будет веселей. Дриада, если оно заходит. Мне вот интересно, но удачи. Надо самому участвовать. Так, зеленый слизь, дриада нет. Палач, дриада нет. Слизь синий. Ангел, оборотень, шаман, шаман, ангел, тыква, бульдозер, ледяха, тритон. Слизь, паладин, циклоп, тритон, ангел, дьявол, королева, змей, синяя, фиолетовая. Вот королева, змей, фиолетовая, но от гигантского ма чуть-чуть не хватило. Барт, Мэрили, синий, слизь, синий, палач, бочка, палач, паладин, ангел, посмотри, тритон, тритон, волк, циклоп. Ванда кристаллический, палач, тритон. Ванда. Дьявол, ангел. Спасибо, будь здоров. Привет, бочка, шаман. Ванда, тритон. Снайпер, слизняк, палач, циклоп, ангел. Листин, палач. Змея, королева, змей, тритон, палач, нет, чуть-чуть нет, тритон, циклоп, палач, будь здоров, спасибо. Ну, в общем, вот так вот. Ребят, вот это вот самое, что не есть, рандомчик. Пишите три героя, я по 450 выбиваю, смотрю. В общем, пишите комменты, какие три героя. В любом порядке, я уже не говорю, там в последовательности. Дальше будем немножко менять, но мне вот интересно, пока мы угадаем, вот, чисто чтобы совпало. Вам ничего не стоит написать три героя, то есть это не проблема написать свою идишку и получить бонус. Будем со временем поднимать ставки. В общем, мне нравится вот эта вот тема по 450. Еженедельку никто не отменял. Поэтому все в ваших руках. Все, всем удачи, всем пока.